Татарстан 24 становится партнером для всех региональных телестанций, в том числе и для Мамадыш ТВ. В настоящее время наше телевидение ведет подготовку к переходу, переделывает заставки под общий фирменный стиль и уже давно отправляет местные новости в Казань для трансляции на всю республику. Как подчеркнул генеральный директор акционерного общества «Татмедиа» Андрей Кузьмин, переход на новую подложку – это новый этап развития для Мамадышского канала. Главная цель преобразования – предоставить зрителю более качественный телевизионный продукт. Телеканал «Татарстан-24» позиционирует себя как новостной телеканал, поэтому мамадышское телевидение решило несколько изменить программу своего вещания. С 11 декабря мы будем транслировать новости не два раза в неделю, как это было ранее, а уже три раза в неделю. Мамадышский зритель сможет увидеть самые свежие актуальные новости нашего района в понедельник, в среду и в пятницу. И будет это происходить не в 17:30, как было ранее, а уже в 19 часов. Поскольку это время считается праймовым, я думаю, количество телезрителей нашего канала «Мамадыш ТВ» существенно увеличится, поэтому в добрый час и приятного просмотра. Многие, наверное, уже заметили, что мы теперь вещаем только через кабельное телевидение «Летай ТВ» на той же кнопке. Отказываясь от аналогового вещания, мы получаем уникальную возможность выходить в эфир на цифровой аппаратуре. Благодаря этому качество изображения и звука будут лучше. Радует то, что все эти новшества наша аудитория оценивает по достоинству. Например, Екатерина Чехонина с 2011 года является нашим преданным зрителем, а смотрит она местный канал через «Летай ТВ». Да-да, вечером я смотрю программу, все я смотрю. Ага. Вот что вам особенно нравится? Да, мне что нравится? Да все нравится. Как вот это самое, ну, там, концерты, все показывают. Даже вот когда вот это, как его... Про детей особенно нас смотрят. Про детей. Как дети там танцуют. Мне нравится вот это кулинарное изделие, которые вот это они пекут, вот это таски, вот эти пироги, вот эти все, вот это все мне нравится. Эту программу тоже смотрели? Смотрю обязательно. Я все. Я сразу отключаю и смотрю, больше мне ничего не надо. Новый партнер «Мамадыш ТВ» будет более интересен и деловому кругу нашего района. Открываются новые просторы для местных предпринимателей. Способствовать развитию вашего бизнеса будет возможна трансляция рекламы не только вечером, но и в течение всего дня. Также действует уникальная акция. Только 11 декабря, в день переключения на «Татарстан-24», всех именинников, отмечающих этого числа свое 24-летие, мы готовы поздравить в эфире телеканала «Мамадыш ТВ» бесплатно. Спешите, места ограничены. Телефон для справок 8-906-122-90-52. Таким образом, 11 декабря в понедельник Международный день гор «Мамадыш ТВ» поднимется на очередную высоту.